Сеть супермаркетов «Светофор» продолжает активно расширяться. В канун Дня России приятный сюрприз получили жители Осташкова и соседних муниципалитетов. Теперь они имеют возможность купить в одном месте и продукты, и товары для дома. Причем все это по очень привлекательным ценам. Этот самый большой в Осташкове супермаркет расположился на въезде в город, что вполне логично. Только здесь можно было найти здание, имеющее достаточную площадь, чтобы разместить весь ассортимент. Это крупнейший магазин в нашем городе. У нас очень высокий ассортимент, более 1000 товаров. Магазин 1000 квадратных метров. У нас есть продукты питания, одежда, обувь, колбасные изделия, мебель. Все, что нужно человеку в быту и в жизни. Здесь действительно многих привлекают ассортимент и цены. Руководство объясняет это прямой работой с поставщиками и небольшой наценкой. Особое внимание уделяется качеству товара и условиям хранения. Например, вся мясная и молочная продукция выложена исключительно в специальном зале, где поддерживается необходимая температура. Все это по достоинству оценили покупатели в первый же день работы нового супермаркета. Продукты свежие. Самое главное, что свежие продукты. Вот это самое главное. Ну и я довольна всем. Все, что нужно, я купила. Дешевый продукт. Да. Хорошо, что еще в нашем городе будет еще один магазин. Цены приемлемые. Очень довольны. Спасибо большое. Магазин очень хороший, продавцы очень доброжелательные. В общем, замечательный товар, очень много. И товар по доступной цене. В наше время это очень актуально. В наших районах больше живет стариков, мамочки многодетные, которые не могут позволить себе дорогие какие-то покупки. А здесь все очень актуально и очень хорошо, что собрано все в одном магазине. И очень по хорошей цене. Будь сюда еще приходить? Обязательно, обязательно приду. День открытия показал, что новый супермаркет сразу же завоевал популярность у жителей Осташкова. Объемы продаж просто зашкаливали. А значит, можно не сомневаться, жители и гости столицы Селигера будут возвращаться сюда много раз.